Выполнено исследование. Компьютерная томография органов брюшной полости забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением. Ее померы 370-100 мл. В артериальную, венозную и отстроченную фазу. С пероральным контрастированием верхних отделов ЖКТ жидким контрастом. С реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Определяется большое количество асцитической жидкости в брюшной полости вблизи края печени. До 2-3 см шириной, по краю селезенки до 1,5-2,5 см шириной, по правому левому флангу живота, вблизи передней почечной фасции с обеих сторон, в тазу, между петлями тонкого кишечника выявлены многочисленные лимфоузлы верхних отделов живота, размерами до 1,5 см наибольший, вблизи стенки желудка, в области кардии, вблизи стенки 12-перстной кишки. Выявлен наддиафрагмальный лимфоузел, кардиофренальный, справа до 1,5 см поперечники. В секции 10 нижней доли правого легкого выявлен небольшой мягкотканный очаг до 0,8 см поперечники. Контуры печени ровные, четкие, крайне закруглен, в размерах печени не увеличены, край печени неровный, бугристый. Плотность паренхимы снижена, в среднем плюс 40-42 Хаунсфилда без контраста. Локальных участков снижения либо повышения плотности не наблюдается. Сосуды системы воротной вены не расширены. Воротная вена 1,3 см, селезеночная вена до 1 см. Желчный пузырь четко не визуализируется. В области шейки выявлены плотные включения около 0,5 см поперечники, плотностью до плюс 300 единиц Хаунсфилда. В просвете плотное содержимое. Общий желчный проток не расширен. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа обычного дольчатого строения с пестончатыми краями в размерах не увеличена. Панкреатический проток визуализируется во всех отделах, не расширен. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка увеличена без патологических включений в структуре. Надпочечники не утолщены, не деформированы с обеих сторон. Почки, объемных образований, кист, конкрементов, чашечках и лоханках не определяется. Чашечно-лоханочная система не расширена. Мочеточники визуализируются с обеих сторон, не расширены, не деформированы. Конкрементов в просвете обоих мочеточных не выявлено. Мочевой пузырь обычной формы, стенка не деформирована, не утолщена. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов, а также свободной жидкости в брюшной полости не выявлено. Деструктивных травматических изменений костей не определяется. Заключение. Выраженный асцит, цирроз печени, конкременты желчного пузыря, внутрибрюшная лимфоденопатия, наддиафрагмальная кардиофренальная лимфоденопатия, единичный солидный очаг ВС-10 справа.